Священнослужителя, настоятеля храма Сергия Радонежского, который в пьяном виде совершил аварию, а затем угрожал оружием и устроил скандал на московской трассе, сегодня должны были доставить в суд для разбирательств. Служитель Сергия, завтра ты помрешь. Владимир Геннадьевич, смотрите. Ты что меня забираете? Вы что там? На ирод был. Почему устроившего такое священника не смогли лишить водительских прав? Об этом сегодня в 7 вечера.